Здорово, народ. Вот написал человек, попросил, типа, чтобы я посмотрел на трейлер Far Cry 6. Вот. Нашел его на сайте Ubisoft Россия, вроде официальный сайт Ubisoft. Вот, хотя и написано Россия, что немножко, конечно, сбивает с толку, но раз, так сказать, галочка стоит, значит, наверное, это как-никак связано с официальным, так сказать, с центральным офисом, там, да, каналом и так далее. Вот. Я, в принципе, Far Cry, как бы, я играл только немножко, наверное, в третью часть еще. Во времена, так сказать, драконов, блядь. Еще до 2010 года там какая-то, блядь, была. Там что-то, помню, на пляже появляешься. И все. Все, что я запомнил, потому что я дальше не прошел. Не знаю, я что-то поиграл, но, блядь, стрелялка и стрелялка, ну хули. Мне на тот момент стрелялок хватало, я играл и в Wolfenstein, и в Half-Life, и в Counter-Strike, то есть, блядь, мне хватало где пострелять. Ну, вот, поэтому для меня как... А, и Fear тоже был, и там другие тоже игрухи были. Вот, поэтому как-то играть в очередную стрелялку мне тогда не хотелось. Вот. Ну и как-то, не знаю, блядь, не зашло. Вот, видимо. Вот поэтому я так сейчас обозрену это видео, этот трейлер, не как фанат, а как вот, ну, блядь, чисто со стороны моргнуть, что оно будет. Вот поэтому давайте приступим. Какой-то крокодил, херово, может, он уже давно в серии находится. Но для меня это просто крокодил. Просто глаз, я бы даже сказал, крокодила. Пидорасы, блядь. Сука, нахуя так ярко делать? Вы чё там, блядь, ёбнутые, что ли? Подожди, это, блядь, средневековые рыцарские бои или стрелялка? Заключенный. Это что, члены, что ли, какие-то? Или что, что у них? А, это так выстрелы показываются. Боже, похоже на члены. Что, революция гидности, чешу. Что вообще происходит? Тут опять что ли будут какие путешествия во времени? Ага. Сразу ярко в глазах уярило, когда ты отвернулся, они тебе показали момент, который ты, ну, чтобы рассмотреть, теперь надо посидеть, блядь. Почесать глаза, блядь, отойти от этого яркого света. Дебилы, блядь. Реально, сука, пиздить надо каждого, кто такой яркий свет делает, блядь, прям в экран. Ну вот, нормальное освещение вполне, блядь. Почему нельзя показывать так, блядь? Почему у них не хватает мозгов, блядь, для того, чтобы такое именно освещение показывать? Реконструир Эль Параизо. Знаете, вот уже прошло больше половины этого трейлера, а я так и не понял, о чем тут речь. Может, конечно, надо было до этого играть в серию игр, чтобы понимать. Может, тут, так сказать, цельный сюжет, но, блядь, вот я оцениваю как сторонний человек от этой франшизы, поэтому я могу сказать, что я ни хера не понимаю. Что, типа марихуану от насекомых, что ли, это, блядь? Ух ты! А почему буква Си имеет какую-то, блядь, черточку сверху? Переверните, будет фарджрай, блядь.
Ну и что, блядь? Вот что они хотели этим показать? Тем, что они умеют тебе прям, блядь, сука, в экран солнцем светить, так это во многих играх такое есть, блядь. Еще в Most Wanted, помню, играешь, блядь, сука, вечерняя какая-то погода, блядь, едешь по трассе, блядь, длинная такая дорога, блядь, трафик густой, и тебе прям в экран, блядь, хуярит солнце яркое, блядь. Мало того, что тебе глазам больно, блядь, так ты еще и должен, ты еще должен, не знаю, блядь, как-то маневрировать в этом всем, а нихера не видно, потому что яркий свет, блядь. Машины появляются уже прямо перед твоим капотом, блядь. Блядь, что они хотели этим показать? Красно-белое, ну. Кинематографический трейлер, блядь. Что тут кинематографического? Ни лиц не видно, нихуя, блядь. В замедленном виде поливает марихуану из удобрений, блядь. Хорошо, дальше что? Что я должен был увидеть? Что я должен был здесь понять? Если вы фанат Far Cry, блядь, дайте мне знать, может я что-то не понимаю здесь. Ну я как бы, понятное дело, что не понимаю в этой франшизе, да? Ну, может, я в трейлере что-то, скажем так, может, тут такое прям узкоспециализированное, блядь, что я должен знать только тогда, если я фанат. Обалдеть сказал, да? Но тем не менее, блядь. Объясните мне. То есть, может, я говорю, что-то не понимаю. Но как мне, блядь, кажется, тут вообще ни черта не понятно, даже если вы переиграли во все игры. Ну, о чем тут? Ну, танк стоит, хорошо, дальше что? Полил марихуану из удобрений, хорошо, еще что? Ну, оружие. Я и так знаю, что это стрелялка, блядь. Что я должен был здесь увидеть? Что меня должно было здесь привлечь? Графика? Я не увидел ни хера здесь в графике. Я могу так же само фонариком сейчас взять, посветить, блядь, в игре, там, я не знаю, какой, 15-летней давности, блядь. Тоже ни черта не увидишь из-за этого яркого света, блядь. И выдать, о, смотри, революционная графика, движок, блядь. 18+. А что здесь, блядь, от 18+? Я чуть не понял. Марихуана, типа? Я не увидел здесь ни сисек, ни жоп, ни ебли, блядь, в принципе. Что 18+? Хуй поймешь, блядь, Ubisoft, делайте Реймана и не заебуйте вот этим Far Cry, блядь. Или я не знаю, блядь, сделайте трейлеры какие-то нормальные, блядь. Я надеюсь, хоть игра нормальная, франшиза. Но я хер знает, блядь, учитывая последние опыты, блядь. Что там творится в игровой индустрии, блядь, все катится все глубже и глубже в жопу. Вот, блядь, поэтому я не знаю, что как происходит, блядь. Вот. Но в трейлере реально просто ни хера нет. Просто ни хера. Может, есть другие трейлеры, хуй его знает. Но я сомневаюсь. В общем, ладно, ребят, всем спасибо за просмотр. Напишите, если что не так, блядь. Как бы, может, есть что-то реально получше, там. Я гляну с удовольствием. Сделаю обзор, там. Прореагирую на это. В общем, ладно, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал. Всем до скорых встреч, всем пока.